Нас обманывали, что наука и вера в Бога несовместимы. Однако без веры в Бога современная наука никогда не могла бы возникнуть. Люди занялись наукой, потому что они ожидали законов в природе. Они верили в законодателя. Совсем не случайно Галилео, Кеплер, Ньютон, Коперник, Максвелл, Блез Паскаль и почти все ученые из наших школьных учебников верили в Бога. Все люди планеты, в том числе и атеисты, которых менее 10%, получают базовые знания и образование из достижений ведущих мировых гениев, которые делали открытия, веруя в Бога. Поэтому что нам нужно понимать, прежде всего, что свет и просвещение кто нес? Знаете, на сегодняшний день люди говорят, ну церковь это какое-то темное место. Нет, церковь это лучшее место. Церковь несла всегда просвещение. Нет, вы что, это вот люди там, наука несет просвещение. Или люди читать, писать научились и поэтому просвещенные. Христианство, оно всегда было образованное и оно несло просвещение, оно несло образование. Школы, больницы. Вся работа, которая в просвещении общества, кто это создавали? Христиане. Институты, университеты, высшие, даже самые знаменитые, там Оксфорд, например, брать, или другие, которым там еще 12-й, там 13-й век, чуть ли не 1000 лет. Вы знаете, кто их создавали? Христиане. То есть вот кто нес просвещение.